Пожар на Белшине произошел в пятницу. Это случилось на втором этаже здания главного производственного корпуса завода крупногабаритных шин. За считанные минуты сотрудники МЧС прибыли на место. Выяснилось, что источник возгорания в подготовительном цехе. По прибытии первого подразделения спасателей из здания цеха шел дым. Происходило горение серой транспортерной лентой на уровне второго этажа внутри пресса резиносмесителя. Над резиносмесителем работала спринклерная водяная система пожаротушения. Администрация предприятия еще до приезда спасателей провела немедленную эвакуацию 150 работников цеха. Но, к сожалению, без травм не обошлось. 40-летний машинист резиносмесителя пытался самостоятельно тушить пожар и получил ожоги различной степени тяжести. Он был доставлен в больницу скорой медицинской помощи. В 4 часа дня поступил пациент со слов с производственной травмой. Был осмотрен нами, смежными специалистами, вследствие чего выставлен диагноз цемический ожог головы, шеи, левой кисти, первой и второй степени, площадь небольшая, около 2-3%. Также офтальмологами был выставлен сопутствующий диагноз ожог конъюнктива обеих глаз первой и второй степени. По словам медиков, на данный момент состояние пострадавшего стабильное. Все необходимое лечение он получает. Что же касается производственного ущерба, то огнем повреждено 2 погонных метра транспортерной ленты резиносмесителя. Причина пожара устанавливается. Само же возгорание не представляет никакой техногенной экологической опасности. Людмила Любимцева, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.